Приветствую вас, и если мужчины вообще не замечают чьих причесок, то это особенность мужского восприятия. Ну, допустим, многие мужчины не видят того, когда человек меняет одежду, меняет там имидж, меняет прическу, волосы и так далее и тому подобное. Соответственно, если это произошло с вами, вот только с вами, то это безразлично. Если мужчина так ко всем относится, значит, это мужское восприятие. Вы пишете, что он замечает прически у других, значит, именно к вам это отношение справедливо в большей степени. То есть именно к вам это безразлично. То есть его не интересует, как вы выглядите и как вы одеваетесь. К сожалению, это правда. И чтобы привлечь мужское внимание, здесь нужно отдалиться от мужчины, показать ему, что он может вас потерять, и тогда, да, в этом случае у вас как раз есть возможность привлечь его внимание вновь. То есть, если вы слишком много внимания ему уделяете, если вы как бы слишком преданы ему, слишком инициативны, то он, вероятно, просто расслабился и воспринимает вас уже как что-то такое постоянное, стабильное и так далее. И именно поэтому он перестал замечать ваши изменения. Соответственно, если вы ситуацию исправите, то и отношение мужчины к вам очень, очень легко может поменяться, но только при наличии чувств. Если чувств нет, то к сожалению, ситуация это не исправит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.